Всем здравствуйте! В этом видео я вам покажу полную экскурсию по вашему личному кабинету, где что смотреть, как посмотреть свою зарплату в личном кабинете, а вернее ваш бонусный счет. Для этого заходите в любой браузер, у меня это Google Chrome. Вот, у меня уже в принципе открыта официальная страничка BIC. Вводите свой логин, пароль, сейчас я обновлю. Так, нажимаете «Войти» и смотрите, что мы здесь в первую очередь видим. Новости. Обязательно смотрите тоже новости. Разные подарки, акции компания объявляет, чтобы вы были в курсе событий. Здесь все пишут, здесь все рассказывают. Чтобы посмотреть свою зарплату, нажимаете вот так вот книжечку. И у вас вот наверху появляется такая купюра денежная. Вот, если на нее нажать, вы переходите как бы в свой личный такой кабинет, где написано, как вас зовут и так далее. И смотрите, вот здесь есть такая графа, как бонусный счет. Вот бонусный счет – это есть ваша зарплата. Вот, это мой бонусный счет, это мой доход. Часть уже отсюда списана, так как я оформила свой заказ. Вот, то есть таким образом на бонусном счету вы смотрите свою зарплату. Также на подарочном счету компания выплачивает как бы подарком по различным программам деньги. Вот, поэтому вы все это можете посмотреть в своем личном кабинете. Вот, если, к примеру, хотите оформить заказ, нажимаете книжечку, и здесь у вас полностью идет ассортимент бренда BIC и бренда Jafra. То есть вы можете выбрать что-то для себя, там парфюмерию, к примеру, вот парфюмчики. Если хотите что-то другое, смотрите что-то другое. Вот. Далее, смотрите, в личном кабинете очень много различных функций, которые нужны. Вы здесь можете посмотреть свою структуру. Вот смотрите, жмете «Структура», «Просмотр структуры». Вот, выбираете месяц. К примеру, у нас сейчас сентябрь. Раз. Загрузить. И загружается полностью ваша структура, какая есть. Кто, где, под кем зарегистрирован и так далее. Что еще у нас здесь есть? Вы можете посмотреть свои заказы. Историю заказов, историю баллов. Как пополнить свой персональный счет, если вы через ЭПО, к примеру, оформляете свой заказ. Также информация для бизнеса здесь есть. Вы можете почитать и изучить подробную информацию, то есть про ближайшие мероприятия, про маркетинг-план, различные программы, которые есть. Также есть школа, где сама компания проводит вебинары обучающие на разные темы. То есть вы можете взять и посмотреть вот расписание вебинаров. И здесь полностью будет табличка, расписано какого числа, во сколько будет вебинар и ссылка на вебинар. Если, к примеру, даже вы не успели его посмотреть, вы можете его даже в записи посмотреть. То есть нажав на ссылку, введя имя и смотреть его в записи, что очень удобно, потому что не всегда, к примеру, даже я успеваю смотреть. Я смотрю в записи спокойно и на паузу могу поставить. Вот, то есть акции вы можете посмотреть. Все в личном кабинете есть, то есть ваш личный кабинет – это ваша правая рука, это ваша программа-партнер, через которую вы работаете и сотрудничаете с компанией нашей. То есть здесь много всего. Также вы можете посмотреть отчеты, то есть видите значок «флажок», если на него нажать, вы можете запросить разные отчеты. То есть, к примеру, если вы захотите посмотреть отчеты по текущим баллам, которые у вас уже есть командные, нажимаете «Отчет по активности структуры», формируете отчет, и отчет вам компания отправляет на вашу электронную почту, через которую вы регистрируетесь. И хоть и пишут, что в течение часа вы получите, приходит на самом деле быстро, в течение 5 минут. То есть заходите на почту и там уже открываете документ. Вот. Корзина, куда вы добавляете товары. Вот. Также, чтобы, к примеру, выйти из личного кабинета, вот есть такой выключатель. Вот. То есть, в принципе, ничего сложного здесь нет. Также можно и каталог посмотреть.
Здесь же именно полистать страницы, где товары без скидки. Вот. А так в личном кабинете, вот здесь вот в разделе по категориям, здесь уже все идет со скидкой. Так как я с Казахстана, у меня цены в личном кабинете в тенге. Вот. Так что думаю, это видео было вам полезно. Вы многое для себя узнали. Вот. Применяйте, пользуйтесь, потому что действительно личный кабинет очень удобный, в нем очень много информации. Обучайтесь, узнавайте, используйте его по максимуму, и тогда ваш бизнес будет расти.